хороший способ, как можно очистить гайки с помощью Кока-Колы. У моего папы возникла проблема. У него на колесах машины поржавели гайки. И я ему хочу в этом помочь. Берем обычную банку, открываем ее, берем гайки, кладем. Вот такие ржавые гайки, как вы можете видеть. И сейчас я буду их складывать, а потом заливать кока-колой. Ну и мы с вами всю банку уложили гайками. И сейчас я буду вам показывать, как я буду пить эту кока-колу, чтобы вы ничего не подумали, то что это фокус. Берем бутылку кока-колы и наливаем ее в стакан. И сейчас я буду наливать кока-колу в банку с гайками. Надо, чтобы все гайки залили полностью, чтобы ни одна гайка не смогла быть на воздухе, чтобы они скрылись под кока-колой. Теперь закрываем банку и закрываем. Мы закрыли банку и ждем несколько дней. Всем здравствуйте! Прошло 2 дня. Я бы хотела проверить, какими стали гайки после кока-колы, которые лежали 2 дня. Берем первую гайку. Вот. Вот такая она у нас стала. Берем вторую гайку. Вот такая вот гайка. Третью. Ну вот мы выложили все гайки, они стали очень блестящие, посмотрите. Мне результатом мне нравится это. И если вы хотите, повторите такой же эксперимент у себя дома и сделайте сюрприз для пап. После того, как мы вытащили гайки, я их поставила на балкон и промыла теплой водой. Мы сейчас их поставили на балкон, чтобы они хорошенько просушились. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. Всем пока-пока!